У меня, короче, проспейн закончилось. Я подумал, стараюсь как-нибудь свести, чтобы был один как бы ролик. Но это не заметить. Блять. Блин, сука, ну, так же как бы делать два ролика, это бред. У меня просто спайм закончился. Координаты, которые Эрик нашла в автобусе, на ответ будет заводу Ревермайер, Вотер. Ишка. А, вот что. Вот этим заводом имеются обширные подземные сооружения. Ну, это, конечно, мне кажется, ну, последним там, честь, ну, сели. Он сейчас был по улице. Он в порядке, а вот пилоту крышка. Да и джин здорово достался. А ты как? Жить буду. А вот кататься на коньках не скоро. Ладно, тогда оставайся с джин, не жди спасать. Может, не стоит отправлять его одного? Там же полно интерганов. Выбора нет. Котел может быть где угодно. А Элли сдаваться, а пока подкрепление доберется, ее 10 раз убьют. До завода еще несколько километров. Тебе придется идти пешком. В вашем секторе залечена повышенная активность противника. Ждите неприятности. Ой, я помню это задание. Там будет непонятно, куда, блядь, идти. Держу пари, что причины загрязнения воды следует искать в Арбаке. Поэтому они и отправили на водоочистную станцию своих людей. Боялись, что в случае расследования их секреты выплывут наружу. Какой-то. Я уж здесь покурю спокойно.
Все, теперь спокойно шел я могу. Назад. Ну поэтому я помню это задание, блять, ну это такой тут пиздец будет. Тут еще робот появится. Сука, сохранюсь. Thank you.
чё, сука? Блин, чё, сука, сука? Ну ж я не смотрел всё. Сколько там? 16 минут. Давайте предположим. Я там не посмотрел даже. Стоп, а как он сюда попал? Эй, 4 рубля, ёб твою. Thank you.
теперь искать, как туда попасть. Перепрыгнуть туда нельзя. Перепрыгнуть нельзя. Туда тоже как бы. Тут я, тут я этот. Я запутал. Я вот тут не помню. Ну вот я, короче, обошел. Не знаю, ну блин, ну я не знаю. Я вот тут поднялся, короче. Вот, вот тут вот. И вот сюда мы, короче, попали. Я вот реально, вот здесь я реально не помню. Не знаю, если... А, то есть я вот это все типа обхожу вокруг. И все типа вокруг обхожу. Или нет? Или да? Сохранили контрольную типа точка. И наверное не понял, куда идти вот реально. Ты же играл лет 100 назад. Нет, ты, блин, я просто не знаю так. Туда нельзя, туда я умру, туда я умру. Вот как-то вот туда надо попасть. Серьезно, сука, я столько раз пытался, блин, ебануться можно. Ой, блин.
Так, ладно. Просто у меня нету понятия заканчивать. У меня нет такого понятия. Для меня вот запись... Потерпел крушение. На этот раз в районе Овер. Напомним предыдущий вертолет. Лицами возле штаб-квартиры Армагеддон. Причина второй катастрофы пока неизвестна. Сейчас я прыгну. Я надеюсь, то, что типа... Или скоро будет. А чем завод, наверное? Она мне многое рассказала. Так и ебать, ты его убил или чё? Так, чувак, не паникуй. О, привет, Альма. Я, если что, я готов тебя грохнуть. Я испугался. Настолько какого хуя? А? Вот обратно я не говорю. Обеспечить безопасность Элис и Харлоу Уэйна. Короче, надо сначала этот записать, а потом, не знаю, ну часов. Мне еще надо где-то часов две серии, ну как бы, всего две серии было. Вот одна метро, ну как, да, всего две серии. Одно метро, а второе вот эфир. Все. Я хотел кино посмотреть. Верните его. Кого? Альма, кого верните? Верните его. Верните его. Ну что, давайте здесь тогда закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк или дизлайк, короче, ты сам знаешь. Всем спасибо и всем пока!